Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня покажу, как на устройстве Dugi H61 Pro включить режим «Не беспокоить». Чтобы на данном устройстве включить режим «Не беспокоить», нам будет нужно сделать свайп вниз, и здесь же найти режим «Не беспокоить», который у нас будет позначаться вот такой вот луной. Нажимаем на него, и режим «Не беспокоить» был включен. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, до свидания.